Следующее упражнение. Можно почувствовать, как движения могут пойти, как легкая ходьба. Одно движение, второе, одно, второе. То есть слегка движение в тазу вперед, назад, вперед, назад. Раз, два, раз, два. Руки пока не участвуют. Если руки устали, руки можно положить сюда, держаться и немножко поделать упражнение, просто когда вы только опираетесь на ноги. Упражнение, когда вы отдыхаете руками. Руки можно положить и сюда, под бедра. Можно руки положить под голову, полежать, упираясь только ногами. Легко делаем, свободно. Руки под головой лежат.